Драгоценное благословенного воскресного дня. И вот то, что мне Бог положил на сердце, раскрыть вот эти свитки, которые нам приносят семь духов Божьих от нашего Господа, как апостол Иоанн, он в Откровениях пишет: благословение вам от того, кто есть и грядет, и от семи духов. Не просто так, ведь на них фокус был поставлен и от Господа нашего Иисуса Христа. И, может быть, у кого-то будут вопросы, а вообще это нужно, а вообще это для чего, недостаточно ли только Святой Троицы и общение с Духом Святым, драгоценное. Да, слава Богу, все достаточно. Просто, знаете, это как вот с людьми, которые водят машину, а другие понимают в машине. И кому-то неинтересно, они рулят и рулят, а другим интересно покопаться в машине, посмотреть, как работают все эти механизмы. Скажем так, работает и то, и другое. Но с другой стороны, неужели неинтересно кому-то, кто получает благословение от Господа, получает слово от Него, именно встретиться, познакомиться и пообщаться с тем, от которого это все приходит. Точно так же, к примеру, когда Иисус Христос исцелил 10 прокаженных, к Нему вернулся только один и назвал Его Господом. И именно для Него Господь сказал, что вера твоя, смотрите, спасла тебя. То есть одних это может просто благословлять, исцелять, а других это может реально спасать те, кто через то, что получают от Господа, они хотят пережить встречу, от кого это приходит. Точно так же Господь, Он, отвечая на наши молитвы, не всегда приходит Сам. Он посылает это через ангелов Своих, через духов Божьих. Вот, к примеру, о которых мы говорим, семь духов, которые стоят пред престолом Божьим и приходят со своей сутью, со своей сущностью, которую мы переживаем, которую мы ощущаем, но, к примеру, глубже в общении, вот, к примеру, с этими духами или ангелами мы прийти не можем. Кто-то может сказать: ну вот мы призваны к общению с Духом Святым, аминь, но, общаясь с Ним, мы замечаем, что библейский герой в этом общении также общались и с ангелами, посланными от Святой Троицы, посланные от Отца, аллилуйя, посланные от Господа нашего Иисуса Христа. Помните, как Иоанну ангел сказал: встань, я, говорит, такой же, как ты, и Богу твоему поклоняйся, а мы вместе с тобою служим в исполнении воли Его, я пришел тебе на помощь, как он говорил, допустим, один из ангелов Даниилу, или вождь воинства Господь говорил Иисусу Навину. Ну, аминь. Сегодня у нас с вами встреча еще с одним духом. Это дух благочестия написано. И сразу скажу, что в оригинале он обозначен как дух страха, дух страха Божия. И в других переводах это дух почитания, это дух почитания самого Господа. Но я все-таки, если уже как бы в синодальном переводе написано, что это дух благочестия, то как бы начну с этого, потому что для меня это три таких основных вещи, на что показывают благочестие. И первое написано в Новом Завете о том, что дух благочестия, благочестие само, оно дается нам, кстати, от духа благочестия, да, или от духа страха Божьего, как это написано в оригинале, чтобы, первое, мы хранили себя неоскверненными
отдельными от мира сего. Аллилуйя. И презирали вдов и сирот, номер два. И третье, это хранили свой язык, чтобы у нас не было пустого благочестия. И вот в отношении грехов хочу сделать вот такую, как бы сказать, ремарочку. Нам не надо, скажем так, фокусироваться вот на этих, скажем, грехах, как написано в Евреях, в книге Евреям о том, что Иисус Христос, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и мы должны взирать на начальника и совершителя нашей веры, а не на запинающий нас грех. Если мы будем концентрироваться на грехе, то тогда наши глаза, они не будут на Иисусе Христе, а когда наши глаза будут на Иисусе Христе, на начальника и совершителя нашей веры, тогда мы побеждаем запинающий нас грех и наступаем на всех змей и скорпионов. К чему я хочу прийти? Я хочу прийти к тому, что вот этот как раз дух благочестия, он дает нам силы, дает нам понимание, открывает нам дверь в то, чтобы мы с вами благоговейно предстояли пред Господом, служили, даже не то, что служили, а любили Его, понимаете, потому что вот близость непосредственно с Ним, это как близость вот в этой, скажем так, в благоговении первой любви друг перед другом. Я не могу грешить, потому что я изменю моему возлюбленному, а я люблю его, я не буду грешить, потому что я не хочу предать его, потому что я хочу быть верной ему, а мы церковь Христова, поэтому давайте настраиваться вот на эти моменты, аллилуйя, которые мы, переживая, становимся сильными и побеждающими нас грех. Я не грешу не потому, что я боюсь. Я не грешу, потому что я люблю, аллилуйя. Точно так же, как и с 10 заповедями. На них можно посмотреть, как на запрещающие заповеди, а можно посмотреть, как на заповеди любви. Я не ворую у тебя, потому что я люблю тебя. Я не сплю с твоей женой, потому что я люблю тебя. Я соблюдаю там и день субботний, аллилуйя, чтобы субботство было каждый день в моей жизни, чтобы пребывать в мире и покое, который есть Ты, Господь, потому что я люблю Тебя. Слава Господу Богу. Но все-таки придем с вами к оригиналу, что это дух страха, аллилуйя, дух страха Божьего, аллилуйя. И здесь мы видим, что когда мы с вами с пониманием к этому приходим, аллилуйя, когда открываемся для этого духа, то открываются двери. И вот просто простудируйте по симфонии все места Писания в Библии, которые говорят о страхе Божьем. И, конечно же, наверное, номер один, что мудрость мы получаем, да, через страх Божий, аллилуйя, как написано в Евангелии о том, что мудрость открывается страхом Божьим, аллилуйя, аминь, слава Богу. И далее, допустим, Псалом 1 говорит, что муж, боящийся Господа, он там сидит у ворот, аллилуйя, это вопрос на власти, аллилуйя, да, которая нам необходима для того, чтобы применять силу над всем духовным миром, который на нас, ну, к примеру, наступает в лице там болезней, в лице каких-то проблем. Более того, там написано о том, что муж, боящийся Господа, он как дерево, посаженное при потоках вод, что открывает нам двери, быть всегда в потоке Духа Святого, аллилуйя, реагировать так, как реагирует Дух Святой. Если мы дальше пойдем, то увидим в Иезекииле 47 главе, что это не просто деревья, а деревья, посаженные при потоках вод, которые приносят каждый месяц плод, аллилуйя, и листья, которые не вянут, а несут исцеление. Поэтому посмотрите, что делает страх Божий. Он открывает нам двери в силы исцеления, в силы чудотворения, потому что дух страха Божьего, это другие переводы, современные, другие говорят, это дух почитания, дух уважения Господа. Здесь не вопрос того страха, от которого мы должны освобождаться верою и любовью. Это уважение.
и почитание самого Бога, а точно так же людей, которые посланы нам от Бога, аллилуйя, чтобы именно то отношение, которое было как к Богу, было такое же отношение к людям, которые приходят в нашу жизнь от Бога, а не принимать, не пренебрегать такими людьми, потому что мы тогда, ну, скажем, сильно пострадаем. Аллилуйя. Поэтому что мы видим? Дух страха Божьего. Это боящийся, муж, боящийся Господа, он сидит у ворот, он как дерево, посаженное при потоках вод, и он не сидит в собрании развратителей для того, чтобы самому развращаться. И также вначале мы говорили, начало мудрости, страх Господень. Аминь. Точно так же хотел бы еще местописание одно дать, Исаия 66 глава, где 1-2 стих говорит о том, что на кого я презрю, дорогие, очень важная вещь, на кого Господь презрит, на смиренного и на сокрушенного в сердце своем, это тот, кто почитает, уважает Господа, аллилуйя, и те послания, и тех людей, которые приходят, да, от Господа, но далее написано, и тот, кто трепещет перед словом моим, аллилуйя, поэтому это все в пакете, в свитке Духа благочестия, или как в оригинале, это Духа страха Божьего, аллилуйя, что приходит, вот именно, который приходит к нам для того, чтобы мы были вот в этой атмосфере, чтобы мы чувствовали этот фон, аллилуйя, для того, чтобы, когда почувствуете вот эти вещи, о которых я говорю, вот этот дух такого благоговения, почитания, то знайте, что этот дух, он с вами, и он окружает вас, и вы также стоите у престола Божьего, аллилуйя, и просто также попросите для того, чтобы он вам открылся, точно так же, как герои Божьи, они общались с ангелами, они переживали встречи с ними, Иисус Навин задавал вопрос, кто ты за нас или против нас, вот так, и выходя с вождем воинства небесного, с этим ангелом были разрушены стены Иерихона. Поэтому не подходите предвзято ко всему этому. Просто пусть наши встречи, они не будут обезличенными, а пусть на самом деле то, что Господь сегодня особенным образом открывает перед нами, просто наличие множества ангелов. Посмотрите, как много людей стали говорить о духовном мире, о том, что и кто нас окружает. Поэтому давайте мы не пролетим мимо. И вот сегодня последний день, когда седьмой день, и я раскрываю этого Духа Божьего, аллилуйя, Духа благочестия, Духа страха Божьего, аллилуйя, чтобы мы все были с вами благословлены, и все семь духов Божьих, они были открыты для нас, и каждый бы получил именно то, что должен получить в почтении, уважении, в почитание, аллилуйя, которое идет к нашему Господу. Я молюсь, Господь, аллилуйя, для того, чтобы мы ходили в почитание, уважение перед нашим Господом, который посылает нам ангелов, который посылает нам духов Божьих, аллилуйя, для того, чтобы мы могли достойно, аллилуйя, и как должно поклониться и прославить нашего Господа. Будьте благословенны в этот воскресный день на ваших служениях и в общении с нашим Господом, с Богом.